крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «ф». Гласная буква «а» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Негативные качества – тревога и беспокойство по пустякам. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Обладатели этого имени должны стараться быть более современными и восприимчивыми к новому, поскольку имеют склонность жить в прошлом и замыкаться в кругу условностей и традиций. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Глубокой преданность отдают тем, кого они любят. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.